Из некогда всенародного президента в неподконтрольного диктатора. Узурпатор снова хочет сохранить власть. Не позволим ему это сделать. Подняли эти наручники так, что мое лицо ударялось об бетонный пол. Спустили меня по винтовой лестнице в отдельное помещение и начали поднимать руки так, что хрустели кости, и при этом требовать, чтобы я пообещал, что буду исполнять все, что мне говорят сотрудники комитета госбезопасности. И это остановилось, эти руки поднимали настолько высоко и так долго, пока я не сказал, что да, я буду все исполнять. Никляеву. Конечно. А как же вы думали? Экс-кандидат в президенты. Неужели президент действующий не повинен ведать, где находится экс-кандидат в президенты? Милости просим. Хотите поговорить с ним? Следственный изолятор. Добрый вечер.